Всем привет! Обзор на маркер. Здесь маркер фирмы. Маркер 2. 1,24 мм. Это мой старый, которого больше 2 месяца. Он кончился, так что уже невозможно. Перо стерлось. На нем какое-то говно. Ну, пахнет. Перо буду доставать. Маркер, купивший я сегодня. Черный. Еще позже как-то говорит. Начинаем. Вот такой маркер, все на обзоре. Это два пейнта, перманент. Кто хотите, решайте, хороший выбор или нет. Много в салоне, много цветов. Как серебряный есть, золотой, синий, красный, зеленый, так и многие другие. Я говорю таким смуглым голосом, но... Надо понимать причину. Так что решайте. Или, кстати говоря, этот маркер с шариком внутри. Я тоже. Так что фирма одинаковая, в принципе. Продается он закупоренный в обертке. То, что им тегли на пробе, то, что его могли полностью на вот пробных бумагах поводить, там вот ребят, которые эти такие же первоклашки. Хотя четвероклашки было. Первоклашки могли, но он мог был пустой быть. А он продается в пленке. Так то. Вот этот вот. Пишите, что с ним сделать. Перезаправить. Пусть тягает. Или сделать из него сквизер. Но из него сквизер нельзя, потому что корпус не гнется. А завтра будет видео, возможно, как мы им тягаем. Повторяю. Открою у него перо. Хорошие, в принципе, маркеры. И что еще мне сказать по поводу этого? Я хочу вылететь минус этого маркера. Стругонность у него, казалось бы, есть. Как бы он многоразовый. Вот полностью до конца. Нет. Он надулся, вот в отличие от этого. Он будет видно. Он будет видно, наверное, надулся. Либо заставал доезжать, либо что-то с ним не так. Для, если честно, я не профи в тегах. Я тегаю только месяц. Так что... Вопросы другие. Задавайте мне. Возможно, вот хоть я четвероклассник, все дела, вот. Чем говорю, ты урод такой, блядь. Но плюс
видео, которое у меня будет завтра, скорее всего, будет обрезка, потому что мы будем ехать в Максимир, и потом мы купим отзыв. Я не обещаю то, что мы поедем, но, возможно, даже поедем, потому что я вот тегаю таким уже месяц. Он таким уже тегаю месяц, ну, если честно, тегаю два. Вот таким уже тегаю месяц. И, как сказать, беру не что прям тонкое, но чтобы оставлять теги, пойдет. Так что я ничего не могу по этому поводу сказать. А с вами был я, автор канала Тегинг. Всем пока-пока.